Всем привет, с вами Кристалл, продолжаем играть в разные игры. И сегодня, ребята, будем играть довольно интересную игрушку под названием Майнкрафт. Ну, а не простой Майнкрафт, а Майнкрафт, сделанный на движке Unreal Engine, что означает, что это Майнкрафт будет довольно графонистый, да. И это, конечно же, в нем самое интересное. К сожалению, игрушка только вышла, поэтому в ней почти ничего нету, кроме там исследования мира, наблюдения за графоном. И можно что-нибудь копать, раскапывать, но строить нельзя, к сожалению. Но посмотреть на графон довольно-таки интересно. Надеюсь, вам понравится. А мы сейчас попробуем, конечно же, все это дело увидеть. Да, сид может сгенерировать самому, может рандомный. Но я попробую какой-нибудь такой. Может быть, мне повезет и выпадет какой-нибудь офигительно необычный мир. Я еще не пробовал такой сид вводить. Будет здорово, если это так. Но, наверное, нет. Вот он, Майнкрафт, на движке Unreal Engine. Воу, мега солнце, везде тени, свет, освещение, кирка прям пиксельная, но зато в нормальном 3D, да, вот. Вот он, этот мир, посмотрите, какой он прекрасный, можно на то только солнце смотреть. Ну и, конечно же, путешествовать. Здесь вроде как обещан бесконечный мир также, но боюсь я далеко уходить, потому что игрушка, ну, не супер оптимизирована, поэтому если я, наверное, далеко утопаю, наверное, будет не очень круто. Но я попробую пройти подальше. Здесь вроде пока только вот такой вот лесной биом, здесь как бы нету еще зимы, пустыни и тому подобное. Сейчас-то вышло вроде как только что показать графоний на Unreal Engine, и что можно на Unreal Engine сделать, мол, бесконечный мир. И если это будут допиливать, и будет Майнкрафт на вот такой графике, я буду даже очень рад хотя бы какой-нибудь мультиплеер сюда впихнуть потом. И вот он вид, можно посмотреть. И ситуация движется. Единственное, мне не нравится, что травка какая-то совсем, ну, что это за травка такая? Могли бы сделать поинтереснее какую-нибудь, более живую, знаете, что прям листва там покачивалась и тому подобное. Ну, нормальная то есть листва. А не такая. Ну, это все-таки мир Майнкрафта, и как бы по идее это еще нормально. Но буду надеяться, что еще будут допиливать и все такое. Да, у нас есть три инструмента. Лопата, кирка и топор, чтобы все это дело добывать. Но смысла в этом не очень много. Тут же, кстати, есть те же самые баги, когда генерируется дело неправильно. Вон наполовину дерево срубленное. Поэтому да, довольно забавно. Но я, по идее, могу вот таким вот образом начать все это дело срубать. Вот так вот оно все, конечно, по физике падает, складывается. Я могу подойти, хоп, все это всосать и ставить их, да. Почему-то не все блоки ставятся. То есть я как-то добываю землю, например. Вот я добуду сейчас землю, но она у меня не поставится. Я не знаю почему. А нет, вот поставилась. Видимо, я в прошлый раз ловил какой-то баг. Да, строить, значит, все-таки можно. Я просто в прошлый раз землю использовал и нельзя было это построить. Ну, хотя бы можно строить. То есть вы можете построить какую-нибудь крутую постройку на крутой графике и потом делать скриншоты и, наверное, хвастаться этим или что-нибудь в этом роде. Да, вот таким делом можно заниматься. Плюс можно там под землю укопаться, умереть, не знаю, можно ли здесь. Я, наверное, к концу серии попробую что-нибудь такое провернуть, чтобы умереть, и что же тогда интересно будет, не знаю. Вроде мир не хардкорный, поэтому должен, по идее, воскреснуть. Ну, кто его знает, что может еще случиться. Да, здесь, конечно же, есть также камушки, я могу вон раскопать. Вот они, камни. Правда, видно, что это как-то странно, сразу под блоком земли находится камень, но, по идее, вот, пожалуйста, он здесь есть. Я могу так раскапывать все дела. К сожалению, здесь нету инвентаря, да, я ничего построить не могу. Если зайти в настройки, тут настройки только скорость 1, скорость 2, скорость 3 и chunk view distance. Ну, я его не повышаю, потому что боюсь, что тогда реально у меня компьютер офигеет, а сколько бы он у меня мощный не был. Счет того, что у меня сейчас довольно слабый ПК, она выдает какие-то странные FPS от 60 прыгает, от 50, точнее, 50-100. То, наверное, FPS где-то у меня прыгает постоянно. И чем больше я ухожу, тем он больше разброс становится. Поэтому черт его знает, как игра себя пока ведет. Оптимизация странноватая пока. Но, anyway, вот такие можно шахты строить. Я даже попробую построить какую-нибудь здесь себе небольшую построечку. Типа, вот моя шахта. Я понимаю, что, конечно, я здесь мега крутого чего-то не построю. Но хотя попытаться... Вау, он только что... Стоп, то есть... Видели, он только что крутил в руке... Лопату прям так вруть, прокрутил ее вокруг. Прикольно, если еще есть какие-то всякие анимации. Здорово, это мне нравится, если всяческие анимашки будут, которые
как, не знаю, там, нож в КС-ке держишь, он также вот там вертит, и тут также то же самое, только с инструментами. Это будет прикольно. Во-во-во, он берет и крутит этот блок. Это мило, мне это нравится. Прикольно, этого в Майнкрафте, по-моему, не хватает, таких вот всяких мелочей. Конечно, не суть важно, но было бы приятно. Интересно, если я срублю все это дерево, листва куда-нибудь денется или нет? Так, давай, срубайся. Оп. Блин, мне нравится, как-то топор крутится. Блин, это реально прикольно. Так, ладно, я срублю деревья и попробую здесь немножко достроить. Вроде как здесь нету смены дня и ночи пока что. Поэтому это тоже обидно, потому что все время будет день. Хотелось бы посмотреть на какое-нибудь клевое звездное небо или что-нибудь в этом роде, но... Мне кажется, я его здесь не увижу. Хотелось бы, чтобы еще листва исчезала. Ну, что я хочу от альфа-версии какой-то. Чтобы тут уже все было круто, мега-классно. Я только могу пофантазировать. Я всегда раньше мечтал, да, наверное, многие мечтали, чтобы Майнкрафт был с какой-нибудь божественной графикой. Там, знаете, его обновили. Не было на Яве сделан и все такое. И думаю, об этом мечтаю не только я, а мечтали многие игроки Майнкрафта. И вот, может быть, когда-нибудь этот проект покажет что-то особенное, необычное от того, что до этого не было. Так. Либо же этот проект забросит. Кто его знает. Всякое может быть, поэтому сильно надеяться не стоит, но было бы приятно, как я думаю. Такс. Блин, прям... Как я давно ничего в Майнкрафте не строил... Ты ж прям, знаете, давно в Майнкрафт не играешь, но такой соскучиваешься, блин, хочется что-нибудь просто построить. И без модов, как это большинство там, знаете, сейчас все с модами там и тому подобное. Мне вот больше хочется поиграть в какой-нибудь обычный Майнкрафт, просто что-нибудь построить, там красивые построечки и все такое. Ну, как, не знаю, как на стримах делают в основном, типа не с модами играют, а всяческие построечки делают на каком-нибудь большом сервере или что-то в этом роде. Вот такого вот рода есть. Это было бы прикольно. Ну, да ладно. Я хочу достроить все-таки построечку, чтобы я хоть чем-то был горд, что я в этом Майнкрафте смог построить. Что-то интересненькое. Ну, конечно, интересно, что-то вход в шахту. Но я так, что, в принципе, здесь можно строить, и вы знаете, вы сможете здесь чем-то заняться. Главное, чтобы ваш пика, конечно же, не ушел в космос или еще куда-нибудь. К сожалению, крафта нет. Вот отсутствие крафта меня больше всего, наверное, печалит. Крафт — это одно из самых интересных, конечно же, а тут его нету. И это очень-очень-очень грустно. Еще почему-то под землей зеленое освещение какое-то. Странновато. Не знаю, было бы так в реале или нет, если бы там свет поступал и все такое. Не знаю, не знаю. Не буду говорить, что это неправильно-правильно, но выглядит это странновато. Тем более, что темнее, со временем не становится, почему-то все зеленое, зеленое, зеленое. Наверное, все-таки это недопил какой-нибудь. Так, окей. Я сейчас соберу уже прилично камней. Вот так вот. И пойдемте допилим. Хотел бы песок найти, я попробую, конечно, построить. И... А хотя смысл мне от песка? Я уже ощутил себя в Майнкрафте, знаете... Сейчас такой думаю, блин, найду песок. Ой, что-то я провертелся жестко. Найду песок, что-нибудь такое отбацаю сейчас. Из стекла, типа. Стекла-то нет. Вот беда. Мне, кстати, нравится, что солнце проходит сквозь вот эти вот. Вот эту листву поступает. Конечно, так может и на шейдерах в Майнкрафте быть, но приятнее, когда это как отдельный проект, наверное. Шейдеры, они в Майнкрафте довольно-таки странновато себя ведут время от времени. Я их ставил, я с ними играл, да, пробовал. Прикольно, прикольно, конечно. Но там всякие заморочки могут быть, поэтому вот как-то так. Такс. Чё, блин, хочется что-нибудь покрасивее сделать из этого, конечно. Выглядит оно как-то странновато. Давайте сделаем так, что ли. Я знаю, что это не шедевр, но просто чтобы это выглядело хоть как-то разнообразно. Блин, закончилось. Закончилось это дело. Так, оп, собираем. Вот, все, этого должно хватить. Наверное. Я просто хочу сделать такой вход, типа. Ну, вы меня, думаю, поняли, что я хотел сделать. Ну, вот, как-то посимпатичнее выглядит. Еще здесь разровнять все это дело, переделать все такое. Ну, в общем, вот так вот. Да. Кстати, он со временем размывается. Чем дальше, тем размывается. Тоже прикольный эффект.
Вот я построил небольшую построечку, чтобы, если что, вы думаете, чем же там заняться? Ну вот, можете строить в этой игре. А тем временем попробую прогуляться еще куда-нибудь, посмотреть, уйти подальше. Наверное, многих интересует, насколько далеко я смогу уйти. Главное, чтобы у меня съемка не отрубилась внезапно, это будет обидненько. А, еще я хотел убиться, точно, надо еще это сделать. Ну, у меня как раз 30 блоков земли есть, я попробую убиться. Можно ли здесь нам самоуничтожиться? Да, еще воды тут нету. Вода на Unreal Engine должна быть крутая, и... Может быть, она где-то есть, может, я не сгенерировался. Если она есть, не знаю, напишите в комментариях, кто поиграет. Я не уверен, что ее найду. Я, конечно, сейчас попытаюсь пройтись, что-нибудь найти еще более интересного. Но мне кажется, что мои попытки тщетны. Тем более, что наш персонаж особо не ускоряется. Вот. Есть настройка Speed. Я не знаю, за что он отвечает. Возможно, именно за скорость моего перемещения. Ну, не буду-ка я его трогать. Я, кстати, вижу что-то там такое синеватое вдалеке. Может быть, я все-таки воду найду. Будет неплохо. Птички чирикают. Музычка приятная. Все дела. Нет, это все-таки освещение такое. Наверное, я ничего не найду. А если вы что-то найдете, пишите в комментариях. Пусть другие об этом знают. Я также эту игрушку... Я, конечно, почитал какие-то возможности, но вдруг тут есть что-то, о чем я еще не знаю и тому подобное. Как, например, что я блоки думал сначала нельзя ставить. Просто у меня, видимо, какой-то баг был. Поэтому если у вас блоки не ставятся, пересоздайте мир. У меня реально не ставились блоки, я пересоздавал, запускал все дела. Так. Ну вот такая вот высота. Блин, выглядит это реально очень симпатично. Эти все тени. Листва, правда, как будто... Нет, она шевелится. Такое ощущение, что она не живая сначала. Ну и какая-то странновато, конечно, выглядит. Не похоже как-то на живую. Вот то дерево похоже на живое. А эти как будто бы какие-то странные кучи блоков. На. Ну, да ладно. Че, попробуем убиться, наверное. Там все, вон, видите, как размывается вдали. И Джеронимо! Бом! Нет, умереть нельзя. К сожалению. Меня надули сердечками, которые здесь есть. Я думал, можно убиться. Ну, типа, на будущее, так сказать. Да. Ну, вот наш столб. Столбы здесь можно строить. Любители строить столбов, добро пожаловать в эту игру. Ну, на этом я, думаю, буду заканчивать. Надеюсь, вам понравился данный Майнкрафт. Если он вам понравился так же, как и мне. Мне лично понравился. Я бы хотел, конечно, чтобы его допилили побольше. Но довольно прикольно. Мне нравится это освещение божественное. Не нравится. Я бы хотел... увидеть еще. Надеюсь, автор допилит. И если вам понравилось, обязательно ставьте лайки. Больше лайков, больше всяких интересненьких проектов буду вам находить. Поэтому поддержите лайком, конечно же. Будет очень неприятно. И если будет много лайков, как только проект будет обновляться, я буду выпускать еще серии, мол, вас уведомлять о самом интересном. Да, поэтому лайки не жалейте. Также, если вам не трудно, можете показать своим друзьям, кто играет в Майнкрафт и тому подобное. Типа, вот, мол, чувак, смотри, здесь Майнкрафт на Unreal Engine вышел. Офигеть, вот это графон. Тем более, что я снимаю 1080p, 60 FPS, почти с минимальной потерей в качестве. Поэтому, наверное, будет интересно посмотреть на это. Поэтому поделитесь, если вам не трудно. Да. И если вы еще не подписались, подпишитесь. Да, я всегда рад новым подписчикам. Всегда рад вам показывать что-нибудь новенькое. На этом все. Всем спасибо, что смотрели. Всем удачи, всем пока. Хорошего настроения. Не скучайте, не болейте. Пока.